Большинство азартных игроков надеются только на удачу. А вот, если я не ошибаюсь, старец Клеоп Илье однажды, знаете, что сказал? Его просили помолиться разные люди о разных нуждах, и некоторые просили для своих детей удачи. На что старец, знаете, что отвечал? Он говорил: «Что это вы мне тут имя беса вписываете?» Удача – это был демон, который скосил миллионы человеческих душ. Молох или удача – это было божество в разных народах, в жертву которому приносили только грудных младенцев. Вот представьте, огромная человеческая статуя, идол, с головой быка, вытянутыми руками, и люди разжигали его, оно раскалялось, и матери тащили своих детей, клали ему на руки, и младенцы скатывались и прямо внутрь, в самое пекло. И в это время родители, все остальные, пели и плясали громко, чтобы не слышать рыдания умирающих детей, которые сгорали заживо. Поэтому старец просил никому не желать удачи и не призывать ее. Потому что, призывая удачу, мы обращаемся не к Господу нашему Иисусу Христу, а поступаем, как эти идолопоклонники и язычники. И вот если задуматься на самом деле, когда случается что-то такое ужасное, мы говорим: такого и врагу не пожелаешь. А своим самым близким, самым родным мы желаем удачи, даже не представляя, что это на самом деле такое. Поэтому лучше, если хотите что-то пожелать, желайте Божьего благословения. Это истинное благо.